сезон региональной лиги «Армавир» Международного союза КВН стартовал в конце марта. В начале декабря финал. До самой главной игры дошли 6 сборных. 3 армавирские команды и столько же гостей из Кореновска, Ростова и Майкопа. Собрались самые стойкие команды, но это еще и главная интрига сезона, потому что мы сегодня определим ту команду, которая будет представлять региональную лигу «Армавир» на международном кубке чемпионов региональных лиг Международного союза КВН. В финале команды сыграли 3 конкурса – приветствие, разминку и музыкальное задание. КВНщики из Кореновска, рабочий вариант, молодая сборная, образовались год назад. И, по их словам, победа в финале нужна как воздух. Ребятам хочется выступить перед Масляковым и встретить свои вторые половинки. Желание у нас победить, конечно же, огромное, ведь победитель будет выступать на сочинском фестивале «Кивин» на Кубке чемпионов, который будет смотреть сам Масляков-младший и, возможно, старший. В глобальном смысле мы от КВН ждем вторых половинок, потому что у нас очень много холостых парней. Все кроме почти, меня. Да, кроме Лёвы. Наверное, сейчас самое отрепетированное будет выступление за всю нашу историю выступления в данной лиге. Потому что это финал, конечно же, совершенно другие эмоции, в отличие от полуфинала, четвертьфинала. Это непередаваемое ощущение, потому что КВН – это наша жизнь. К финальной встрече каждая команда подошла серьезно. Смешных, интересных и одновременно актуальных номеров было много. Бонус на свалке санкционных продуктов. Наверное, это мой рай. Я люблю тебя, Тридис. Песня про Турцию. Слова не менял, просто добавил эмоции. Ну, здравствуй, как жизнь, как дела твои? Как ты изменилась в глазах моих? Я тоже, как видишь, уже другой. Да вот ты что показываешь? Да я просто так хотел вот взять ее, так сказать. Сборная ГКО. Как говорят наши родители, за маму, за папу. Свою лепту в интригу финала внесли и члены жюри. По итогам 3 конкурсов равное количество баллов набрали сразу 2 команды. Первое место и звание чемпионов разделили сборная ЛСИ и КВНщики АГПУ «Дети капитана Гранта». Со вторым местом такая же история. Его заняли гости команды из Кореновска «Рабочий вариант» и батальон смеха из Адыгеи. На 3-м месте армавирцы – сборная АГПУ. Ирина Рухлядко, Максим Котов. Служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир».